В Люберецком округе работают отраслевые лидеры страны. Фабрика «Пехорский текстиль» выпускает более сотни видов пряжи. Производство товаров для любителей вязания оценил глава округа Владимир Ружицкий. Осень для этой фабрики – пора горячая. Запуск новой коллекции пряжи, рост производства и продаж. Каждый год «Пехорский текстиль» выпускает 10 новинок. Непростой 2020-й исключением из этого правила не станет. Для того, чтобы в жизнь запустить какой-то вид продукции, надо не менее одного года, а порой два года. А потом бывает, что выстрелит это даже на третий год. То есть это очень интересная такая тема, за которой тоже интересно наблюдать. Ну и все это, конечно, завязано на моду, чтобы вы понимали. Мы идем в ногу с модой. Падение продаж на 20% и, как следствие, сокращение производства. Пандемия затронула и это предприятие. Несмотря на трудности, фабрике удалось сохранить весь персонал. Справиться с новым вызовом помогает многолетний опыт. Всегда получаешь удовольствие, когда видишь вот такие подходы в бизнесе, в производстве. А производство это непростое, оно достаточно сложное, потому что надо удерживать технологию, смотреть, что происходит на рынке, сбыта продукции, какой спрос на продукцию, искать и быть в поиске современного оборудования, которое способно выпускать качественную продукцию. И все это есть. Предприятие ведет активную работу и по расширению рынка сбыта. «Пехорский текстиль» поставляет пряжу в Италию, Францию и США. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.